Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и в эфире очередная передача в рубрике «Библиотека боевых искусств». И сегодня вашему вниманию я хочу представить очередной девятый выпуск научно-методического сборника «Хиден», автором которого является известный историк в области боевых искусств, мастер боевых искусств Алексей Горбылев. Вот эта книга, этот сборник. И я хочу сейчас вам рассказать, о чем идет речь в этом именно выпуске, в девятом выпуске. Итак, как обычно, начало каждого выпуска Алексей Горбылев демонстрирует нам свои исследования в области боевых искусств. В данном случае Алексей Горбылев рассказывает исследования в области системы дзюдо Ощепкова. Это большой исследовательский проект, и, кстати, мы уже делали репортаж о том, что уже выпущена большая книга, исследовательский проект системы дзюдо Ощепкова. И вы можете увидеть, мы сделаем также ссылку в описании на эту книгу. Значит, что в исследовании? Сравнительный системно-структурный анализ техники бросков группы «Передняя подножка» в системе дзюдо Ощепкова и в борьбе самбо. Генезис техники бросков группы «Передняя подножка» системы дзюдо Ощепкова. А также исследование Николая Голковского «Системно-структурный анализ техники советской школы вольной борьбы». И дополнено все это исследование Ма Минда, научная школа Янь, Ли и Ушу, в переводе Алексея Горбылева. Вот это касается именно части этого выпуска, что касается исследований. А также есть материалы по различным стилям и направлениям боевых искусств. Большое обозрение каратэ-до. Это продолжение того обозрения, которое уже было в предыдущих изданиях научно-методического сборника «Хиден». Собрание фотографий каратэ-до. Также есть материалы, рассказы о каратэ-до на Косоне Генва. Комплекс «Конгу-но-ката. Искусство боя палкой». Это Тайра Синкен. И мемуары последнего ниндзя Фудзита Сейко. Вот эти материалы в девятом выпуске научно-методического сборника «Хиден». Ну, я открою вот странички, чтобы вы видели. Очень, опять-таки, хочу заметить, что очень хорошее качество сборников, жесткий переплет. Очень хорошее качество бумаги, есть много иллюстраций, фотографий, картинок. Вот. Книга на самом деле очень объемная, полезная. И я думаю, это хорошая книга для библиотеки каждого мастера боевых искусств, кто изучает не только каратэ, но и дзюдо, самбо, тхэквондо и другие стили и направления боевых искусств. Так что рекомендую научно-методический сборник «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой», выпуск 9.